актуальная тема переработки в Казахстане только набирает обороты, но уже обросла мифами и легендами. Давайте разберемся, какие распространенные заблуждения мешают людям начать сортировать отходы. Миф номер один. Мусор сортируют из общего бака. На улицах крупных городов уже не в первый год стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. Нетрудно бросить салфетку в отсек с надписью «бумага», проходя мимо. Но что делать с домашними отходами? Пора отказаться от привычного ведра, в который сбрасывается все. От органических остатков пищи до пластиковых бутылок. При взаимодействии отходов они могут лишать друг друга необходимых свойств для второй жизни и становятся не потенциальным сырьем, а мусором на самом деле. Плюс ко всему, мусор из бака не разбирают руками, поэтому пищевые отходы, куски пластмассы и проволоки попадают в устройство по переработке. Они загрязняют его, ломают механизмы и становятся опасными для сотрудников перерабатывающих предприятий. Чтобы не допустить этих проблем, нужно выбрасывать отходы в соответствующие отсеки, не игнорируя надписи.